Я не думаю, что стоит это делать. О, ты что, цыпленок? Ну и зачем я так делаю? Заткнись. Начинается. О, великий жнец душ, услышь нас. Мы втроем призвать хотим. Привет, ребят, простите, я опоздал. Нет, стой! А это гостиная. Берем! Опс. Смотрите далее. Младенцы против капканов. Бен, может, хоть распакуешь что-нибудь? Эй, я вообще-то телек распаковал. Нет, неправда. Я не вижу проблемы. Ой, а где Кейт? Она тоже должна помогать. Люси! Я продала две свои почки, чтобы заплатить за это место. Они тебе разве нужны? Не, у меня целая коробка. Мы только переехали, а у нас уже счета везде. Привет, я счет. У вас две недели, чтобы заплатить налоги. Слушайте, чтобы эта кинокомпания работала, нам нужны деньги. А их не получить, если просто смотреть телек. Нужны деньги? Я сейчас в болванном лесу, где Линда Вивер предлагает вознаграждение за видеодоказательство существования печально известной пчелопахи. Будете ли вы теми, кто впервые его найдет? Нет, не будете. Ведь это буду я. Я стану богатым. Деньги, 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 деньги. Ха. Ну, и что ты там говорила? Потому что я забыл, что ты говорила. Бен, готовь камеру. Мы будем снимать монстра. На этой неделе в Люси и Челопаха. Челопаха. Стоп. Никаких сценариев. Мы просто сделаем снимок и получим деньги. Мы теперь профессионалы, а значит, должны делать все профессионально. Все в тачку! Прибыли! Слушайте меня все. Люди годами говорили, что я сумасшедшая, раз верю, что Челопаха обитает в этих лесах. Но 25 лет назад этот монстр сожрал моего маленького Руфуса. Помню, словно это был флешбэк. Я отвернулась лишь на секунду. Но этого времени ему было достаточно. Мой малыш! Нет! Нет! Мой купон просрочен. В этот день я поклялась поймать Челопаху живым! Даже если это убьет его. Достаньте мне видеодоказательства сегодня, и я удвою награду! Люси, мне лучше взять дробовик-микрофон или микрофон-дробовик? Удвоенная награда... Ты права, я возьму взрывофон. Сегодня наш счастливый день. Я это чувствую. Ну, это... мерзость. Ну и как мы найдем Челопаху? Воспользуемся секретным оружием. Пистолет, стреляющий мелкими пистолетами? Нет, Кейт! А? Есть заклинание, что поможет выследить это существо. Да, но тебе придется заплатить своим первенцем! У меня нет детей. Могу подождать. Хорошо, что я умею выслеживать. Нужно просто приложить ухо к земле, вот так. Так, в смысле, я тебе больше не привлекателен. Слушай, я просто увидела другого, ясно? И как ты увидела кого-то другого, Дебора? Мы кроты, мы ничего не видим. Вообще-то, Стэн, это распространенное заблуждение. Да, нам в ту сторону.
Стойте! Мы не одни. Привет! Я твоя поклонница! Что ты здесь делаешь, маленькая девочка? В этих лесах водится монстр, пожирающий детей! Ладно. Оп, у меня твой нос. А у меня твой нос. Живее, народ! Быстрее, Бен. Найдем же челопаху! Потратили весь монтаж на поиски этого существа и не нашли ничего. Нельзя просто сдаться. А как же награды? Не переживай, Люси, у меня есть идея. На этой неделе в Люси и Челопаха. Челопаха. Нет! О, но я уже понаделал костюмов. Стоп, костюмы! Бен, ты гений! Я кто? И зачем мы фальсифицируем кадры лжом скорбящей матери? Ради награды, Бен. А, окей. Мотор! Я Челопаха! Челопаха, это я! Я ем детей! Я сейчас съем этого ребенка! Кто бы что ни говорил, но я это точно Челопаха! Челопаха! Нет? Стоп. Да? Наконец-то я! Нашла тебя! Вообще-то, какие-то режиссеры нашли меня раньше, так что лучше отдай им награду, ведь я это Челопаха. Кто это вместе с Челопахой? Не знаю, наверное, это его сын. О, лучше его убей! А ты мне нравишься. Наверное, наклонилась за деньгами. За Руфуса! Так, просто не дергайся, и все будет хорошо. Бен! Челопаха! О, моя труба! Ни черта не видно. Не волнуйся, я могу подсветить. Ха. Ну, хотя бы будет видно, куда идем. О, знаете что? К черту это! Я думала, что буду хорошим боссом и найду нам отличную работу. Но вместо этого мы застряли в пещере из-за того, что какая-то чокнутая пытается нас убить, и мы не знаем, где Кейт. А все благодаря Челопахе, который, скорее всего, не существует. И даже если он есть, он, скорее всего, глупый, тупой и... Он сзади меня, да? Нет! О. Он сзади меня! Привет! Я Челопаха! Вы друзья? У меня нет друзей, так что я не знаю, как они выглядят. Сыграем в лицо камень! Да! Я выиграл! Стоп! Ты не собираешься есть нас? А, нет, спасибо! Я ем только листья, жуков и иногда лежу дерево. О, ты же не ешь детей, да, здоровяк? Ты безобидный. Ну, я не уверен насчет безобидного. Опять победил! Что ты такое? Как ты сюда попал? Я не знаю! Я плохо использую... Напомни слово... А, точно, слова! Ну, можешь посмотреть на мои рисунки! Секундочку! Бен! Да? Я думаю, что Челопаха — это... Мертвец. О, привет! Ты тоже друг? О, привет, ребят! О, привет, Кейт, ты не мертва?
Отойди от нее! Она чокнутая! Кейт не так уж и плоха, если... Стоп, ты знаешь их? Ага, присматривай за ними. О, ну, друзья Кейт, мои друзья. Вознаграждение все ваше. Привет, денежки. Знаю, мы едва знакомы, но... Я люблю вас. Я вас так люблю. Дайте я просто убью челопаху. Нет, стой! Сайонара, Люси. Айхтерзе. Понятно, вы все друзья. Что ж, друзья челопахи? Это мои враги! Мне просто нужно убить всех вас! Блин. О, так она тоже играет в лицо камень. Отлично выходит. Время уходить. Нет, не позволю. Почти. Фух, было близко. Иначе мы остановились. Секундочку, на тебе прослушка? Полиция секса, поднимите руки! Ты меня подставил, Билли! Ай! Время целовать попки на прощание. О, нет! Она собралась целовать наши попки! Стой! Челопаха! Он... Привет, мам! Чего? Челопаха не ел вашего сына. Он и есть ваш сын. Ваша тележка для покупок укатилась в лес, и Руфус вырос застрявшим в сиденье для детей. Руфус, это и правда ты? Мам, а поменяй, пожалуйста, мой подгузник. Обязательно, милый. Обязательно. О, мерзость. Стоп! А что насчет награды? Ну да. Мы еще можем ее забрать? О, нет! Челопаха оказался не настоящим, как и награда. Простите, не я пишу правила. Но пишите ведь. Поехали, сынок! Прощайте, друзья! Я вас люблю! Ну, по крайней мере, мы восстановили семью. Это не деньги, но... Это не деньги. Эй, смотрите, кого я нашла! Я Бигфут. Бен, хватай камеру! Мы можем продать эти кадры в 10 раз дороже, чем челопахи! Мы будем богаты, мы... Ладно, хорошо. На этой неделе в Люси и Бигфут. Бигфут! О, нет! Мы забыли о змеях! Нет! Почему к ним примотаны ножи?